я сейчас буду давать. Опа-на, нихуя себе! Ты это видел? О, супер! Я хуеваю, что случилось паровоз. Да, брат, сделаем! Опа! Заебись, тут охуенно прыгал. Вот, а, сорвал. Вот так. Ну все равно охуенно. Назад, привет. Там тебе боятся, что ли? Брат, делай, козу. О, блядь, это что будет? Эй, вот, вот вам. Видишь, дворы здесь. Я охуею, блядь. Вот он некий инопланетянин, блядь. Мешаем, подожди, отойди. Что не мешаем? Давай, делай, козу. Пал. Край, говно. Чё, говно, нормально, блядь. Нормальный паркушек в городе Ждобе. Я сам, наверное, бухал, а вот сам нормальный паркушек. Вопросы есть? Я! Все пусть, блядь. Брат, сделай, пожалуйста. Андрей, не спеши, соберись по-нормальному. Соберись по-нормальному. Спокойно, блядь, тухай. Андрей, делай козу. Ова! Ваня. Зум классный. Короче, жив окопался. Вот это просто охуенный зум. Давай. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда
и не подумали так высоко строить. По-честному скажу, по-своему говорю, охуеть можно, охуеть, ребята. Пацаны, Васова, Нанаева, Спецнасова, пацаны, вы нормально, хлопцаева. Крыша летал, когда приземлился, тогда он не встал. По улицам долго несли сапоги, его с кровью смешанные мозги. Люди, люди, люди не летают, люди, люди, люди не летают, люди, люди, люди не летают, люди, люди, люди не летают. Растили большие ягодицы. Давай. От того, что нелетная погода, от того, что поползает, а нынче мода. Пошла. Андрей, спеши, соберись по-нормальному, соберись по-нормальному. Ох, нифига себе. Это же... Изделия из цинконы и нержавеющей стали! Люди не летают, люди, люди, люди не летают, люди, люди, люди не летают, люди, люди, люди не летают! Паралимпийский кот! Начинаю летать, о-о-о, водки нажрусь и мордой в лужу с криком «Ёб твою мать!» Люди, люди, люди не летают.